саженцы березы белой фасиношины обладают хорошей зимостойкостью и относительно нетребовательны к условиям посадки. Высота взрослого дерева – до 15 метров при диаметре не больше 7 метров, крона овальная, ажурная. Листья темно-зеленые, осенью становятся золотисто-оранжевыми. Этот сорт к месту посадки не требователен, но предпочитает влажные черноземы на солнце или в полутени. Не боится умеренных ветров. Возможно приобретение и высадка крупномеров березы фасиношины. Тяжело переносит сильные городские загрязнители, не рекомендуется высадка вдоль проезжих частей дорог. Береза белая фасиношин – это дерево высотой 1200 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.